Ксения Собчак наведалась в клинику нашумевшего хирурга Тимура Хайдарова не для того, чтобы сделать пластику. Телеведущая взяла интервью у доктора и встретила в медучреждении его звездного пациента Филиппа Киркорова. Филипп Бедросович не упустил возможности продемонстрировать телеведущей новое тело и рассказал, что в восторге от работы доктора Хайдарова. «У меня есть что показать. У меня есть что продемонстрировать. Это все свое, просто все лишнее было откачано». Золотые руки Хайдарова постарались, а дальше фитнес, поддержка. «Тимур художник, только не от слова «худо». Я его лучшее создание», — заявил 56-летний поп-король российской эстрады в шоу «Осторожно, Собчак». Собчак понравилось преображение Киркорова, и она не поскупилась на комплименты в его адрес. «Ты невероятно худой, боже, это вот такие кубики у тебя, очень красиво, хочется трогать, ты теперь Кен в ожидании Барби», — воскликнула Ксения. На пластику певец решился недавно, он начал набирать вес, и у него возникли комплексы. После операции Филипп Бедросович тщательно следит за собой и своим питанием, так что теперь его радует отражение в зеркале. «В один прекрасный момент посмотрел на себя и понял, мне 56 лет, а вокруг молодежь, надо соответствовать. Понял, что надо снова полюбить себя, чтобы кайфовать. Я этим летом в первый раз за долгое время ходил на пляж загорать. Все смотрели на меня, я кайфовал», — отметил артист. К слову, Тимур Хайдаров сомневался, делать ли пластику такому требовательному человеку, как Киркоров. Супруга доктора Светлана Сильваши заверила, что у него все получится. Он боялся связываться с Киркоровым, потому что по большому счету весь этот шум гам вокруг него. «Зато теперь Тимура знает вся страна, он номер один, у всех на устах», — признался Филипп Бедросович.